1 июня в Нижнем Новгороде при храме в честь Преображения Господня Старопечерской церкви проект «Монастырская тропа по уборке Печерского откоса» приглашает помощников. Проект является победителем открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Монастырская тропа – это уникальное культурно-историческое явление. Это тропинка, связывающая три святыни – Вознесенский Печерский монастырь, храм Преображения Господня, где под спудом находятся мощи схимонаха Иосафа Печерского, и источник Иосафа Печерского с часовней и купальнями. Места, освященные молитвами святых Дионисия, Ефимия и Макария. Сотрудники прихода приглашают всех желающих присоединиться к проекту по уборке этого уникального и святого места. Организационное собрание пройдет 1 июня и в последующие субботы в 10 часов в церкви в честь Преображения Господня. Нижний Новгород, Печеры, Слобода, 124.